Горячей воды, пожалуйста. Abi burayı kapattık. Servis veremiyoruz maalesef. Не понял? Сервис yok. Сервис yok? Сервис yok. Он сказал, что бар закрыт. Сервис yok. Adama zul ver. Abi kapattık ama. Hadi hadi. Baş üstüne abi. Сейчас нальет. Спасибо. На здоровье. Американец? Каюсь. Первый раз в Турции? Нет, 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 нет. Бывал здесь. Давным-давно. В другой жизни. И вот теперь вернулся? Да. Ищу кое-что. Эй, ищи айор. Булан Зоруш? Мой брат говорит, что в Турции можно найти что угодно. Да? Ага. Даже человека, который похитил свою дочь и увез ее от матери американки. Жестокий человек. Не мужской поступок. Дело не в любви к ребенку, а в желании наказать бывшую жену, забрав у нее то, что является смыслом ее жизни. И возвращать дочь он не собирается. Как думаете? Простите. Как думаете, я найду этого человека в Турции или, может быть, по дороге туда? Я бы не стал искать такого человека. Это может быть опасно. Для вас. Так думаю, такие же, как он. И Господь свидетель, я бы дал ему шанс остановиться. Передумать. Представить худшее, что могло бы случиться с ним. И измените решение. Существует два вида боли. Та, что лечит, и та, что калечит. Бегун, сенсей Джексон.